Здравствуйте. Я немноблог, борец с подделками. Подробную информацию, как я уже говорил в прошлой серии, обо мне и об моем секретном обществе можно найти на моем личном сайте. Но я там не сообщил слишком много, так как, говорится, в большом пособии для шпионов, беседуя с другом, болтаешь с врагом, так сказать. Сегодня мы поговорим об еще одной фирме. Деку, она же Диго, она же Кэзи. Сейчас я покажу вам детальки Деку. Рассмотрим их минусы. Взгляните на эту детальку. На одном из штыриков имеется дырка, которая мешает соединению. Просто невозможно соединить две детальки под таким углом. Из-за того, что Деку слишком хорошо пытается скосить заусенец. Заусенцы, я уже говорил, что такое. Нерекомендованные выступы. Лего тоже их скажет, пытается скосить. Но их может скосить гораздо лучше, чем Деку. И таких дырок не остается. А теперь я расскажу вам об одной из проблем. Так, начнем с конструкторов. Взгляните на этот конструктор Деку. Или как его правильнее назвать, Кэзи. И сейчас вы увидите, что не только Лего копирует. Что не только Лего пытается скопировать. Еще пытаются скопировать и Деку. Так, это не тот файл. Это не то? Похоже, нет. О, вот. Опять не то. Так, пропускаем. Это все подделки Деку. Подделки на Лего Бионикл. Вот. Видели в предыдущий набор? И его скопировала так называемая фирма Босхи. Вот до чего дошли плагиаторы. Плагиаторов копируют. А теперь поговорим об этой детальке. В ней использовалась дырка. А эта дырка совсем не правильной формы. Она должна быть крестообразной. А если они пытались сделать совсем другую деталь, то дырки вообще не должно быть. Соединяются детали Деку. Ну, довольно неплохо. Запах тоже неплохой. Но все-таки есть один минус. Они очень уж пытаются копировать с Лего, потому что на них даже, если приглядеться, можно заметить надпись Кэзи. Кэзи — это старое название Деку. И только Кэзи выпускала сборные конструкторы. Еще есть несколько фактов, которые смогли открыть рабочие нашей организации. Некоторые подделки содержат в краске фенол, в то время как Лего не содержит фенола. И некоторые даже придумали юмористические лозунги. Вот несколько из них. Это пародия на оригинальные лозунги «Фабрика героев». Я говорил вначале оригинальный, а потом поддельный лозунг. Поможет конец любым планам преступников, «Стормер носорог». И пародия на это. Поможет конец любым поставкам подделок, «Стормер носорог». Следующий
гепарды. От зоркого глаза орла Фурны не укроется ни один нарушитель закона и пародии. От зоркого глаза орла Фурны не укроется ни один нарушитель производственной технологии конструкторов. Некс подготовится к схватке и вступит в бой, как тигр. Некс подготовится к схватке и сломает все оборудование китайским фирмам. Презирая опасность в охоте на преступников, Балок становится волком. Презирая опасность заражения токсическими отходами, Балок становится волком, победителем Беллы. До свидания. В конце концов, мне пора на очередную миссию.